дорогие зрители, с вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня вяжем все-таки вот этот вот жилет. Вязать буду пряжей с Алиэкспресс пухнорки. Вот такой вот у меня кислотный цвет. Другого нет, девчонки. Вот ничего из того, что у меня нет, чтобы быстро был мастер-класс, не заказывать и связать. У меня только вот этот вот цвет, который я заказала по ошибке. Вернее, ошиблась не я, а ошиблась китайца, которая мне это послала. Я заказывала горчичный цвет. Вот. Но у меня не было ни сил, ни времени, ни желания с ним пререкаться, поэтому я уже оставила этот голубой цвет. Вот. И вот он у меня лежал, лежал, лежал. И я решила, вот сейчас он мне как раз под этот жилет подойдет. Вот, вязать буду английской резинкой, чтобы ускорить процесс, чтобы было побыстрее, потому что 2 недели вязать, он вам уже будет не нужен через 2 недели. Поэтому мне нужно быстро. Спицы тоже с Алиэкспресс. Писали там, девчонки, комменты под видеообзором. Вы знаете, пока я вяжу и пока я довольна, пока, не знаю. Вот, я пообещала вам обзор через год их пользования. Потом я вам скажу. В любом случае, ссылку на пряжу и на спицы я оставлю. Количество пряжи я озвучу в конце. Сколько ушло на мой жилет. Привязки на пряжу нет никакой. Это я просто говорю, из чего я вяжу. Буду вязать. Вы же можете выбрать свою пряжу и свой узор. То есть вы можете вязать и резинкой 1х1, либо 2х2. Как угодно, как вам больше нравится, и в зависимости от того, какая у вас пряжа. Если она толще, то, конечно же, можно перекрученной резинкой 1х1. Да, из этой пряжи тоже можно перекрученная резинка, тоже будет очень красиво. Но это долго. Вот. Я бы, возможно, и связала его перекрученной резинкой, но у меня нет на это времени. Поэтому я вяжу только из этих соображений. Чтобы ускорить процесс, я вяжу английской резинкой. Вот. Но, я ж еще раз повторюсь, привязки на пряжу не будет никакой. Мы научимся рассчитывать вот этот погон. Я покажу, как считать, как определять. Тут даже нам не нужны никакие замеры. Все мы будем мерить по себе. Как, кстати, попало под цвет. У меня есть джемпер такой сверху вязанный, который тоже без расчетов на любой размер. Вот у меня еще будет жилет без расчетов на любой размер. Единственный расчет, что я сделала, я сделала вот образец этими спицами. Здесь у меня 25 петель, вернее 26. Горловину я буду делать на 20 сантиметров. Значит, 10 сантиметров у меня. Это 20 петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Да, 20 петель это 10 сантиметров. Значит, набирать я буду 80 петель на 40 сантиметров. Так, по поводу набора, набирать буду, наверное, обычным способом. Так, наберу я на спице 3,5 миллиметра, вязать буду 3 миллиметра. Вот сейчас сделаю кантик, значит, 80 петель у меня, я набираю 81 для соединения. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 и 81. Так, точно 80. Так, 81, отлично. Теперь я здесь сделаю узелок, чтобы у нас последняя петля не распускалась. Далее, что я делаю далее? Далее я соединяю в цельное вязание. Я потом передену на те спицы 3 миллиметра. Это первый ряд. Мы сделаем красивый край. Равняем, чтобы у нас все было ровненько. Не перекручено. Так, теперь. Так, отлично. Теперь нам нужно соединить это все дело. Так, вот они.
Наконец-то я замкнула это в круг. Теперь вот эту вот последнюю петлю мы первую продеваем через последнюю. Вот для чего нам нужно было 80, нужна была 81 петля. Вот так вот. То есть, и возвращаем ее сюда. То есть вот она, последняя петля, она у нас закрепилась. Теперь первую петлю. А, вяжем резинкой 1 на 1, 1 ряд, 1 лицевая, 1 изнаночная. Этот ряд достаточно свободно, потому что от него зависит стянутость, как бы. Так, первый ряд вяжем резинкой 1 на 1. Достаточно свободно. Первые два ряда вяжем свободно, там где резинка, где пойдет английская уже резинка, то уже потуже будем вязать. Вот один круг я провязала, видите, резинкой 1 на 1. Теперь второй круг вяжем таким вот образом. Наш любимый, кто знает, лицевую петлю заводим спицу сзади, снимаем петлю и перекидываем ее, как бы перетягиваем сзаду наперед и провязываем лицевой. Изнаночную не изменяем, лицевую снова таким вот образом протягиваем, провязываем лицевой. Изнаночную без изменений. Этот ряд уже не нужно делать свободным, нормально вяжем спицами 3,5. Свободный нам нужен был первый, чтобы он дал вот эту вот свободу на растяжку, как бы. Вот, и проходимся кружочек вот так вот, то есть украшаем наш край, и далее перейдем на тонкие спицы и на резинку 1, на английскую резинку в круговую. Кто не знает, как ее вязать, смотрим внимательно. Вот, довязала я ряд по кругу. Теперь смотрите, какой симпатичный у нас краешек получился. Вот нам этого достаточно. Теперь переходим на спицы 3 миллиметра, которыми мы будем, вернее, я буду вязать. Так. Вот. И будем далее английская резинка, либо по выбору ваше любой узор. То есть тоже не обязательно английская резинка, девчонки. Смотрите сами. Итак, английская резинка состоит из двух рядов, раппорт состоит из двух петель. Первый ряд, лицевую петлю провязываем лицевой, изнаночную петлю снимаем с накидом, лицевую провязываем, изнаночную петлю снимаем с накидом, провязываем, снимаем, провязываем, снимаем, провязываем, снимаем, провязываем, снимаем. И так весь ряд. Итак, один ряд я провязала, теперь, и вот здесь я подцеплю маркер, чтобы не путаться, да? Первый ряд мы провязали, теперь у нас будет второй ряд. Второй ряд мы снимаем лицевую петлю с накидом таким вот образом, изнаночную провязываем изнаночную, то есть изнаночную с накидом провязываем, лицевую снимаем, изнаночную, вот он накид, изнаночная провязываем, лицевую снимаем, изнаночную провязываем. Так до конца ряда.
Итак, девчонки, я провязала 16 сантиметров в высоту. Ряды считать не буду, потому что у нас у каждого своя плотность, поэтому ориентироваться будем на сантиметры. Теперь нам нужно отделить погоны и спинку перед. Под видео я оставлю ссылочку на мое первое видео, обзор экспресс-мастер-класса, и я должна признать, что там, вернее, там ошибки нет. Если вязать резинкой 1 на 1, то все как там я объясняла. Но с чем я столкнулась, девчонки, я на самом деле сейчас перевязываю. Вот я вам вставлю фотографию, как у меня получилось. В принципе, на что я надеялась, я не знаю, но ну вот так вот, видите, для английской резинки эта формула не для английской резинки эта формула, это объяснение не подходит. Вот, вот фотография, вот доказательство, что получается, почему так получается. В чем особенность английской резинки? В том, что в ширину она широкая, да, а в высоту невысокая, то есть один ряд у нас тут делается, как бы происходит из двух рядов, то есть провязав 4 ряда, мы получаем всего 2, поэтому в высоту она низкая, в ширину она широкая, и вот, вот такой вот результат получается. Поэтому добавления у нас будут обычные, нормальные, по 2 петли, тем самым мы компенсируем вот эту вот несостыковку в рядах и в петлях, да, которая присуща английской резинке. Итак, у меня 80 петель. Не обращай внимания на мои маникюры, на мой маникюр, девчонки. У нас карантин, мне некуда пойти, вот правда. Что этот факт упустите. Я не могу не снимать, но и пойти некуда, все закрыто. Звонила в салон, нету. Вернее, не работают, вот. Поэтому прошу прощения. Вот, итак, у меня 80 петель. Погон у меня будет 7. Вот, кстати, думаю, может его сделать 9, чтобы он был пошире. Тогда он в ширину растет. Нет, 7. Все-таки 7 петель и 7 петель. Да? Так, теперь, это значит, что 80 минус 14, это оба погона. У меня получается 66 петель, которые я делю на 2, на перед и спинку. Это по 33 петли. 33 и 33. Так, значит, начало вязания у меня отделено маркером. Теперь мне нужно еще 4 маркера, чтобы отделить погон. Так, вот такие вот у меня 4 маркера. Такого желтого 1 и 3 салатного цвета. Значит, вот здесь вот я считаю от маркера, значит, 33, где-то 16 петель, потому что вот этот стык у нас должен быть где-то в середине переда, ну, во всяком случае, ближе, ну, хотя нежелательно, потому что потом будет сбой в узоре, понимаете, у нас сейчас начнутся поворотные ряды, вот, и я его оставила где-то на середине, значит, сейчас считаю 16, раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16. Вот, прекрасно. И погон у нас должен начинаться с лицевой петли. Так. Так, есть. Теперь 7 петель погона. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Заканчивается он тоже обязательно лицевой петлей. Так, есть. Далее 33 петли спинки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16. И еще одна. 33. Все правильно. Так, 7 петель погон. Так, и здесь у меня должно остаться до маркера 17 петель. Сейчас посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17. Прекрасно.
Теперь что мы будем делать? Видите, вот, я распустила это доказательство, да, и фотография доказательства. Я уже так обрадовалась, я уже довязала до разреза, да ничего подобного. Вот, это чтобы вы знали, что я прежде чем дойду к финишу, я 45 раз распущу, чтобы вам максимально удобную версию в итоге предоставить. Итак, сейчас мы, что мы будем делать? Сейчас мы будем вязать поворотными рядами. Сейчас я нахожусь вот в этой точке. Допустим, здесь маркер у нас. И я двигаться буду вот таким вот образом. Здесь у нас, где впереди и за регланной линией, я сделаю добавление. Здесь мы закончим. Так. Вот, внимание, в первом видео мы добавляем по 2 петли, здесь мы будем добавлять по 1 петле, потому что у нас английская резинка. Если вы будете все-таки решите связать резинкой 1 на 1 или 2 на 2, пожалуйста, посмотрите предыдущее видео, там добавления делаются в каждом втором, ну, через ряд по 2 с обеих сторон погона. И это правильно для резинки 1 на 1. Это неправильно для английской резинки. Поэтому, если вы вяжете резинку 1 на 1, уже 45 раз повторила, вы делаете 3. Вывязываете 3 из одной, при этом добавив 2. Вот. Я же, что я делаю? Значит, вот что я сделала? Вот смотрите, сейчас я перекину вот этот накид. Он у меня должен быть на лицевой петле. Вот здесь ты должен находиться. Так, значит, вот последняя изнаночная петля перед регланом, перед погоном. Мы от нее поднимаем одну петлю, вот предыдущую как бы узелочек, одеваем на спицу. Вот она, дополнительная петля. И здесь по узору нам нужно изнаночную снять с накида. Мы ее снимаем. Вот эту петлю перед маркером всегда провязываем, всегда изнаночной. Вот снятую дополнительную петлю мы вклиниваем в узор, а эту петлю мы все равно провязываем изнаночной. Вот. Далее погон вяжем по узору 7 петель. Теперь добавление за погоном. Эту изнаночную петлю провязываем изнаночной. Вот здесь вот немножко неудобно, ну что, вы приловчитесь. Поднимаем точно так же, вот она, из этой петли предыдущий узелочек, одеваем, и здесь по узору у нас должна быть снятая изнаночная петля. Вот она, сняли лицевую, вяжем по узору, передвигаемся. Сейчас мы находимся на спинке, вот здесь вот. Довязали мы до следующего погона, делаем то же самое, изнаночная одна осталась, мы поднимаем одну петельку, одеваем и провязываем ее по узору, то есть накидываем, снимаем, в следующем ряду мы ее провяжем, эту изнаночную провязываем, погон, за погоном то же самое, вернее, не то же самое, за погоном мы сначала провязываем, потом поднимаем дополнительную. Так, вот это у нас накид, нам нужно поднять из петли, теперь мы ее ввязываем в петлю и провязываем одну лицевую. Теперь мы поворачиваемся, то есть здесь мы продвинулись на одну петлю, вот она одна. Здесь мы добавили, а здесь передвинулись. Теперь мы повернулись и будем вязать изнаночный ряд, в который мы добавлений не делаем, мы просто его вяжем незаконченным. То есть мы повернулись и вяжем по узору, как лежат петли. Так, вот мы провязали лицевую и повернули. Здесь мы делаем воздушную петлю вот таким вот образом. Хорошо затягиваем.
И вяжем по узору далее, как лежат петли. Так, смотрите, я довязываю здесь вот, провязываю эту лицевой, как бы дополнительную лицевой, и одну изнаночную, но я ее не снимаю с накидом, а провязываю, потому что мне нужно повернуть, то есть на одну петлю я продвинулась сюда. Теперь я поворачиваюсь, делаю вот эту воздушную петлю, так, так, и теперь вяжу по узору, это лицевой ряд, мы снова поднимаем петлю, то есть через ряд мы это добавляем по одной петле. Здесь то же самое, изнаночная. Поднимаем. Здесь по узору лицевая провязанная, накид. То есть здесь мы что мы делаем? Мы повернулись и вяжем лицевой ряд. Здесь мы опять еще на одну петлю продвинемся. Здесь мы вот продвинулись на одну. Здесь в лицевом ряду мы делаем добавление. Вот они были. Я не там нарисовала. Ну, пусть будет так, ладно. Вы поняли, да? И здесь опять же на одну петлю мы продвинемся. То есть мы будем двигаться к центру горловинки выреза. Как бы. И тем самым у нас будет подниматься спиночка, а углубление горловины будет опускаться. Вот. И все у нас прекрасно сядет. Вот горловина у меня села хорошо, а вот погоны сначала этого не было заметно. Как бы потом, чем больше я смотрю, добавляется как бы много петель, а вот это вот сам погон, он не в состоянии растянуться до того состояния, до того количества петель, понимаете? И вот я, к счастью, вовремя опомнилась. Были у меня мысли, что это все как бы устаканится, когда оно ляжет пофиг, ну, как бы на тело, но опасения были. Ну и хорошо, что я как бы вовремя остановилась, потому что было бы жалко проделанной работы. А вы бы меня потом закидали дизлайками и комментариями. Так, здесь, что мы делаем здесь? Здесь нам нужно продвинуться. Итак, изнаночная петля. Поднимаем одну отсюда дополнительно. Лицевая, эту изнаночную мы снимаем. Тут у нас, тут нам нужно провязать, вот она с накидом снята, а вот эту вот мы провязываем вместе со следующей изнаночной и поворачиваемся. Сразу, как только мы соединили, мы повернулись, то есть вот эту воздушную петлю мы соединили со следующей петлей. И вяжем изнаночный ряд, который у нас без ничего. То есть мы продвинулись на одну петлю и так далее. Мы вот таким вот образом будем продвигаться все время. Дальше я уже показывать. Нет, сейчас еще покажу изнаночный ряд, как бы как я продвинусь. И потом самостоятельно. Вот, пока у вас не останется, допустим, петель 10 по центру и достаточно. Потом уже мы соединимся в круговое вязание. Итак, изнаночный ряд смотрим. Так, что у нас тут? Изнаночную лицевую провязываем. Изнаночную снимаем, а вот эту вот воздушную петлю провязываем лицевой с вот следующей петлей. Ну, по узору провязываем, как лежат вот эта петля. И опять же поворачиваемся. Так, села батарейка, показываю изнаночный ряд. Ну, я думаю, вам уже и так все понятно. Вот я соединяю вот с
лицевой петлей по узору, то есть по провязывая ее вместе с этой петлей со следующей, так как лежит вот эта вот петля. Теперь вот смотрим, это я уже пока зарядила батарейку, вот провязала сколько незаконченных рядов. Сейчас скажу, сколько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, и вот это вот десятый. И нас и здесь, вот видите, вот они. Вот. Я потом на манекенчике все покажу. Здесь у нас вот погон вот этот, вот, вот они добавления, вот теперь они сидят красиво, лежат так естественно по отношению к этому погону, не то что вот, вот было. Теперь сколько у меня осталось петель? Раз, два, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать петель, как я и говорила. То есть это значит, девчонки, что я вот так вот вязала, 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 по одной петле продвигалась. В каждом лицевом ряду делала добавление. Вот через ряд, да, в лицевом ряду у меня были добавления. Я уже дальше рисовать не буду. Это понятно, да, девчонки? Теперь я перехожу на круговое вязание. Вот сейчас вот. Сейчас я вот, допустим, вот это последний ряд, я сейчас нахожусь вот в этой точке, и теперь я буду вязать вот таким вот образом. То есть я это все соединю в круговое вязание, и далее я буду вязать в круговую, при этом, опять же, в каждом втором ряду я делаю вот эти вот добавления. Вот, все, я перехожу на круговое вязание. Для этого я вот, вот этот вот ряд сейчас сомкну как бы в кольцо. То есть я начинаю его вязать воздушной петлей, как и положено, и вяжу уже в круговую. Не забываем добавление, лицевой ряд у нас сейчас, но считаем с этого ряда, с первого ряда. Теперь мы будем делать через ряд, то есть в этом ряду мы делаем, в следующем мы не делаем, потому что у нас нет изнаночного ряда. Начинает мне нравиться цвет, девчонки. Вот вяжу и думаю, что никому я тебя не отдам. Потому что если что-то вяжу по вашим просьбам, я обычно так раскидываю мозгом, чтобы кому бы его отдать. Вот. Ну, подарить. Вот. Либо продать за стоимость. Я могу продать за стоимость пряжи. Ну, девчонкам своим знакомым. Вот. Вот это вот у меня такой бизнес. Либо распущу. Вы заметили, что я часто вяжу из распущенных ниток. Ну а что делать? Я этого не стесняюсь, девчонки. Вот правда. Так. Вот, но этот, к чему я это все говорила? Говорила к тому, что цвет у меня лежала эта пряжа, я расстроилась, конечно, когда она приехала такого цвета, яркого. Но сейчас я вяжу, и мне он нравится, правда. Он такой какой-то жизнерадостный, вот правда. Не знаю, довяжу, потом скажете свое мнение, девчонки. Что вы думаете по этому поводу? Так. Регланная линия добавляем. Так, и теперь мы приближаемся как бы к центру. Вот смотрите. Так,
И теперь мы соединяем уже здесь, но мы не возвращаемся. А здесь вот, где лицевая петля, вот смотрите внимательно, я вам не показала, потому что не успела. Что я делала, чтобы переход был красивее, я вот таким вот образом, вот эту лицевую петлю, я ее так вот брала на правую спицу, поддевала. Вот тут важно держать эту воздушную петлю, снимала, потом одевала. То есть я перемещала вот эту воздушную петлю за лицевую петлю, и тогда вот смотрите, когда я провязываю их вместе, получается красивая лицевая. Вот эта воздушная петля не перекрывает вот эту лицевую, где-то у меня пару штук провязано не так. Вот, и далее уже вяжу по кругу. Все, далее мы передвигаемся по кругу. Сейчас у меня ряд, в котором я ничего не делаю. Ну, то есть добавление не делай. Ой, что ж ты делаешь, лицевой провязала. А вот здесь, вот смотрите, здесь у меня нужно снять. И я ее снимаю вместе с воздушной петлей, провяжу в следующем ряду. Вот она, где она. Сейчас, подождите. Да, затянулась она так. Так, иди сюда. Мне нужно тебя снять, а потом красиво провяжу. Вот в следующем ряду я это все дело провяжу. Так. Вот, все. Далее я вяжу по узору. И делаю добавление в каждом втором ряду, ну, через ряд. В каждом первом, а втором, допустим, вяжем без добавления. Вот, через ряд. То есть здесь я просто вот буду провязывать по узору. Вот это изнаночная. Вот. И так далее по кругу. Так, девчушки, вот мой, вернее, вот наш следующий этап. Вот видите, я довязала. Так, вы вот это все меряете на себя. Почему видео называется «Без расчетов»? Потому что мы все, каждый этап примеряем на себя и решаем, что мы делаем. Вот, если вы хотите, как на образце, плечика, то вы так и продолжаете вязать до того момента, пока вы вот на себя одели и не решили, что вот здесь я хочу видеть разрез рукава. Но я хочу немного вот как бы не вот так вот, чтобы продолжалось, а сделать вот такой вот скос после плеча. Здесь видим, да, манекен, здесь плечо, у меня плечо шире, поэтому я мерила на себя, и вот здесь у меня заканчивается плечо, и теперь я буду добавлять в каждом четвертом ряду, чтобы этот скос пошел у меня плавно вниз уже. Я вам покажу. Вырез горловины, видим, да, что здесь ничего не собирается, все сидит прекрасно. Сзади сидит тоже прекрасно все. Так, все. Теперь я спокойна. Потому что первый раз была совсем неспокойна. Вот, сейчас я просто продолжаю вязать и делать добавление в каждом четвертом ряду. Вот, что хочу сказать. Вот смотрите, обнаружила плюс этих спиц, что можно их нарастить, видите, и растянуть изделие, чтобы увидеть его, да, вот этот в этих спицах, это очень хороший плюс. То есть я сейчас нарастила, потом я его уберу, потому что мне удобно вязать на короткой леске, ну, вот эти, оно перетягивается как бы удобнее, вот, и все, и сейчас уберу, продолжаю вязать далее, поэтому плюсы есть в этих спицах, вот. И то, что цепляется вот здесь, вот уже как бы руки привыкли и не цепляется. Так, вот, девчонки, то, что я вам говорила. Видите, что у меня скос пошел как бы вниз. Видите? Вот. А если делать в каждом втором
продолжать, то он будет как на образце, ну то есть более ровный. Это мое желание было, поэтому у меня так. Если хотите именно натурал образец, то вы же в финале увидите мою модель и образец, как бы, ну, оригинал. Поэтому у меня так. Сейчас я буду делать отверстия на рукава. То есть вы меряете на себя и определяете сами, где у вас, вот тут просто немного искажено, у меня плечо повыше, да, вот так вот где-то будет. И здесь я где-то 10 сантиметров у меня от плеча, как бы, этот спущенный рукав, вот, если считать по мне. Вот, сейчас разделяем просто пополам. То есть на этом этапе вы вяжете до тех пор и меряете на себя, когда вы уже, вот видите, на рукаве, вот, да, сейчас мне нужно здесь отверстие. То есть я вижу, и здесь я его хочу. Итак, разделять мы будем в половине погона, да? То есть на две равные части. Так, значит, я сейчас вяжу до середины погона. Далее мы будем вязать поворотными рядами. Так, здесь у нас уже мы вот эту вот петлю уже ввязываем в вязание изнаночной. Погона у нас не будет, у нас просто ввязывается этот погон в вязание. Значит, у нас вот лицевая, изнаночная, лицевая из погона, и еще одну мы вывязываем, она у нас будет кромочная. Вот так вот здесь она остается петля, а здесь мы вывязываем дополнительную, добавляем себе кромочную, поворачиваем, эта петля у нас будет кромочная, мы ее снимаем. Здесь, наверное, я цепану маркер, потому что мне кажется, что я потом потеряюсь. Пока тут еще разницы нету. Вот теперь я возвращаюсь к второму погону. Здесь английскую резинку вяжем, как обычно. Ну, здесь у нас поворотные ряды, поэтому мы ее вяжем как вяжем всегда. Вот здесь вот единственное, что у нас будет, это вот здесь вот стык рядов, когда в круговом вязании у нас был. У нас здесь будет изменение. Смотрите, здесь мы изнаночную снимаем, лицевую провязываем. А здесь мы будем во второй половине лицевую снимать и изнаночную провязывать. Вот таким вот макаром. Ну ничего. Мы же хотим, чтобы было красиво. Так, здесь убираем. Теперь у нас один, первая петля с погона, вторая, третья и четвертую мы берем отсюда, как бы дополнительную. Все, теперь я вот отделила петли спинки и переда. Петли переда мы вяжем сейчас, спинку мы оставили. Вот. Единственное неудобство, вот, что там, где маркер, у нас меняются как бы петли. Потому что у нас там был стык. Вот. Если бы мы его сделали, его можно сделать сзади, девчонки. Но это нам ничего не решает. Вот. Или... Не знаю, ну вот по мне это самый удобный вариант, потому что я пробовала делать ближе, оно мешает там. Ну, в общем, теперь мы вяжем по узору на высоту нашей, как бы, отверстия рукава. Это уже тоже индивидуально. Я буду вязать где-то около 20 сантиметров.
Еще я вам это все скажу. Увидим. Походу, может, у меня будут изменения. В общем, беру я вот эти вот переднюю часть ровненько английской резинкой. Мои хорошие. Вот смотрите, сколько я провязала, и петля у меня слетела. Так. Значит, я провязала 20 сантиметров для проймы. Около 20. Сейчас я вам измерю точно размер. Вот, 20 сантиметров. Теперь я нить оставляю чуть подлиннее, чтобы потом можно было продеть в иглу и сшить ею. И перехожу ко второй вот этой вот половине, к спиночке. Так, и вот теперь я буду вязать эту вторую часть. То есть это остается у нас не задействовано, вторую мы вяжем половину. Так, все маркеры уже убираем, уже они нам не нужны. Тоже оставляю ниточку на всякий случай подлиннее, чтобы потом заделать, как бы, где какие растяжения будут, если вдруг нюансы какие-то, чтобы нам можно было бы сшить это все. Сейчас первый раз я провяжу эту петлю. Она у нас... Что она у нас? А, она с накидом, эта петля, вот я не могла понять. Значит, ее мы сейчас провяжем, эту изнаночную, она у нас с накидом. А лицевую снимем, вот она. А нет, лицевая у нас с накидом. Так, значит, первую изнаночную давайте сейчас провяжем. Вот, придерживаем, потом мы это все дело подтянем, да, я сейчас не делаю никаких узлов, ничего, и вяжу по узору эту половину, маркеры уже нам не нужны, здесь нам проще, уже нету стыка, как бы перехода с узора на узор, поэтому здесь проще все будет, спинка у нас вяжется легко, и все, и вяжем те же 20 сантиметров, теперь спиночку отдельно. К сожалению, вот этот кусок я вам не снимала, потому что я была в дороге и в дороге вязала, да, и поэтому вот не получилось у меня снимать. Единственное, что скажу, спинку я вязала вот точно так же, как и переднюю деталь, равняла, считала ряды и связала спинку на 4 ряда больше. Вот маленько она у нас длиннее, чтобы, как бы, опять же, чтобы лучше садилась. Далее, что я здесь сделала, я две крайние изнаночные провязала вместе, из них у меня, видите, вот здесь вот лицевая уходит, здесь у нас были кромочные две, их я провязала, когда соединяла вместе, и из них у меня образовалась, как бы, изнаночная петля, то же самое сделала здесь, вот. Вот здесь. Тут у меня ниточка, еще мы это все дело будем, как бы, здесь дорабатывать. То есть из двух кромочных у меня одна изнаночная петля. Далее я делаю убавки. В оригинале они есть. Зависит от вас, как вы хотите. Низ очень широкий, не очень широкий. Я их делаю. Сейчас скажу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. В 30 ряду, вот от проймы, одну как бы сделала, провязала, видите, 3 петли вместе, просто лицевой, никакие петли местами я не меняла, просто 3 петли вместе лицевой провязала. И дальше опять же в 30 ряду от вот этих вот трех вместе я опять буду соединять. Так, сейчас нахожусь на третьем мотке и предполагаю так, что мне пряжи как раз хватит, возможно, даже останется, потому что сначала у меня были опасения, что мне не хватит. Так, показываю вам промежуточный результат. Вот видите, рукав, получается, отверстие такое спущенное, ну, учитываем то, что у меня плечи пошире немножко. Вот, ну, вот так вот выглядит пока, да, промежуточный этап. Вот, если бы вы делали, если бы я делала
все время добавления, они в каждом, ну, во второй половине, они в каждом четвертом, то, конечно, здесь бы был классический спущенный рукав и не было вот этого как бы скоса резкого, вот, который я хотела, кстати. Так что пока вот так вот. Где же мы находимся? Вот смотрите, я после проймы своей 3 раза убавила, то есть с каждой стороны по 6 петель, и от проймы у меня провязано 30 сантиметров. Теперь я все вязание разделила пополам. Вот еще опять же озвучиваю плюсы вот этих спиц. Опять же, вот что мне нравится, что удобно, да, разделить. Не надо стоп-стоп-стоп. Достаточно вот этих вот как бы лесок, заглушки. И я прекрасно себе разделила это все вязание. Теперь что у меня здесь? У меня здесь как бы 2 петли. Больше здесь вот лицевая, здесь и лицевая, которую мы добавим. Точно так же, как мы разделяли это полотно, сейчас мы точно так же его разделяем. И здесь я добавляю 1 кромочную из вот этой вот петли. То есть вывязываю здесь 1 дополнительную. На второй половине мы вывязывать не будем. Значит, теперь мы вяжем каждую сторону отдельно. Впереди, это уже на ваше усмотрение, вы не обязаны вязать как бы отдельно, это уже мой бзик, да, вы вяжете как вы считаете нужным. Вы можете закрыть все петли, можете вязать отдельно. Я хочу спиночку сзади сделать длиннее сантиметров на 5, а впереди короче. Вот сейчас переднюю деталь я провяжу, что у меня здесь, я где нахожусь. Да, я нахожусь на передней детали, значит, я ее провяжу где-то 5 сантиметров. И потом все петли закрою, потом провяжу спинку. Ой, как обычно у меня села батарейка на камере. Значит, я еще 1 петлю, вот видите, достала с этой петли. То есть добавила в конце еще 1 петлю. Провязала я 5 сантиметров. В общем, 5 сантиметров. Теперь закрою петли эластичным способом, чтобы край был не растянут и не стянут, чтобы все было красиво. Значит, как я это делаю? Здесь у меня изнаночная петля, я провязываю изнаночной. То есть первую петлю я сняла, вот, а вторую провязала изнаночной. Нить перед петлей, перед спицей. Возвращаю обе петли и провязываю их изнаночной. Так, теперь следующая петля лицевая. Провязываю лицевой, возвращаю обе петли и еще раз провязываю лицевой. Далее все то же самое. Изнаночная, нить впереди. Возвращаю, провязываю изнаночная, лицевая, нить сзади, провязываю лицевой, изнаночная, нить впереди, провязываю изнаночной, и так далее до конца ряда. Вот видите, край получается как бы и резинка, и притом эластично закрыт. Вот я закрыла эту сторону, еще оно обработается, намочится, и все будет красивее намного, чем сейчас. Так, теперь мы вяжем вот эту вот вторую половину. Здесь я уже дополнительных петель не добавляю. Просто вяжу, здесь у меня 5 сантиметров, я вяжу 10. Вот так вот, чтобы это выглядело. Так, оставляем запас нити на тот случай, если нам придется здесь обрабатывать. Ну, я думаю, придется немножечко зашить, ну, закрепить, как бы закрепочку такую сделать. И вяжем. Здесь уже мы никаких дополнительных петель не добавляем. Просто я вяжу 10 сантиметров, на 5 сантиметров длиннее спиночку.
Как будто я провязала, вы знаете, даже не 5 сантиметров я провязала, а меньше. Почему-то мне кажется, что так вот, вот так и хорошо, и больше не надо, потому что сильно большая разница. У меня всего 8, по 4 сантиметра, да, по итогу, видите, оно, это английская резинка, во время вязания растягивается в длину, а потом она становится на место. И по итогу у меня получилось 8 сантиметров, 4,4. Ну и хорошо. Вот, сейчас еще влажно-тепловая обработка, и посмотрим, что будет дальше. Теперь вот эти все концы я продеваю, вот что у меня где осталось, в иголочку. И всем как бы позаправлю. Ну, что делаешь? Все мы их заправим, чтобы у нас все было красиво. Так, теперь вот эти вот места, видите, у нас тут было круговое вязание, и вот прям проситься надо здесь это сделать. А кстати, вот смотрите, как я продеваю, приловчилась. Продевалку себе такую придумала, двойную нить, потом сюда эту, не могу, слепая, девчонки, к сожалению, придется это признать, ну я это уже давно признала. Так, значит, здесь я просто вот так вот прихвачу, да, как бы закреплю стыкой. Там, где мы разделяли, просто чтобы он не растягивался. Вот, видите, вот он как бы и дырка здесь, ничего, мы ее сейчас прихватим. Это у нас с изнаночной стороны. Вот. И не будет у нас здесь уже ничего растягиваться, да? Продеваем вовнутрь. Так, то же самое я делаю здесь, как бы везде я вот как бы сделаю такие прихватки, вот здесь, везде на стыках, девчонки, чтобы там, где нет ниточки, смотрите, здесь я просто уже вот там, где есть нити, где нити нету, я просто вот с этой стороны, у меня нет нити, а растяжка есть, то есть мне придется делать этой нитью, что нет, ничего страшного, но на всех вот этих стыках нужно сделать это, потому что пряжа, возможно, другая какая-то и не будет растягиваться и образовывать дырки, но это такая живая. Вот. Возможно, они бы и затянулись как бы во время ВТО, но не будем рисковать. Пусть мы эти стыки закрепим и будем уверенными, что у нас здесь ничего не разлезется, не растянется, не будут никакие протяжки некрасивые, безобразные. Все здесь у нас будет красиво. Здесь есть, теперь переходим на вторую сторону, там, где у нас нет этих ниточек, значит, здесь что я сделаю? Я сделаю таким вот образом, прихвачу, завяжу узелком.
Так, еще я продену вот здесь вот, зафиксирую, здесь зафиксирую и пройду на эту ниточку. Вот, девчонки, и постираю, ну, вернее, намочу, я надеюсь, вы знаете, вот что мне не нравится здесь, видите, расхлябанная какая петля получается. Притом, с одной стороны, здесь то же самое, вот как вязалась по кругу отсюда сюда, вот последняя почему-то такая расхлябистая. Не знаю почему. Тут все, видите, три нормальные, последняя пошла в лес. И здесь то же самое, три нормальные и последняя безобразная. Не знаю, чем это, как, с чем это связано, ну да ладно, что есть, то есть. Сейчас, возможно, исправится.